Всем приветики. Я хотел бы вам показать, что делать, если выскочил такой водянистый прыщик на веке. Не знаю, видно он там будет или нет. Сейчас я попробую настроить камеру. Получается, у меня на верхнем веке выскочил такой водянистый прыщик. Он сверху. Получается, вот. Попробую поближе показать. Получается, вот он, сверху. Такой вот, как бы прыщичек. Вот он, сверху сидит он. Что делать в этом случае, если у вас такой выскочил прыщик? Он как бы трется об глаз и мешает. Что в этом случае делать? Получается, можно взять ватную палочку и смочить ее глазными каплями. И потом просто провести по этому прыщику, чтобы он, содрать его. А дальше просто закапать этими же каплями глаза. То есть можно взять сульфацил, это же глазные капли, такие как бы против инфекций, смочить ими ватную палочку, с этой палочкой содрать этот прыщичек. И дальше, после того, как содрали, закопать в глаз. Но я не палочкой это делал, я это делал руками, получается. Я вот помыл полностью лицо с мылом, веки помыл с мылом, пальцы помыл. Вот. И теперь просто по вот этому вот прыщичку, получается, просто проводим ногтиком. Аккуратненько. Таким вот образом, чтобы его оттуда содрать. И когда вы его оттуда сдерете, то у вас еще будет как бы подтекать немножко с этого прыщичка. И можно закапать глаз какими-нибудь каплями такими, чтобы противоинфекционными, чтобы ничего туда не попало, ни заражения не пошло. Вот. Я, в принципе, ничего не делаю. Просто мою руки, мою глаз века, лицо века, чтобы не было ни жира, ни пота, ни грязи. Потом сдираю ногтиком просто, а потом просто, по идее, если руки чистые, то даже ничего в ранку не попало. И в глазу, по идее, тоже уж не должно быть никакой инфекции. Иначе бы, глаз уже бы давно бы воспалился. По идее, лучше всего, наверное, закапать, для профилактики. Вот. Таким вот образом. На этом все. Всем покедова.